Этот дом в 30-м микрорайоне – первая ласточка. Не только при запуске отопления тепло у жителей появится одними из первых в Иванове, но и в модернизации всей отопительной системы. На доме установлена погодозависимая автоматика, которая регулирует температуру в квартирах с учетом показаний термометров за окном. Реагирует на наружную температуру воздуха и на сам подаваемый теплоноситель. Позволяет производить ограничение теплоносителя в дом, тем самым экономя энергоресурс. Этот год уникален не только дождливым сентябрем, но и ранним началом отопительного сезона. Власти города не стали дожидаться, пока установится среднесуточная температура на уровне 8 градусов, и приступили к пуску тепла. Обычно сезон начинается 2-3 неделями позже. Хотя с точки зрения формально-юридической еще, наверное, рано давать тепло, но мы приняли такое решение, потому что по прогнозам уже в ближайшие дни наступит очень серьезное похолодание. Для рядовых ивановцев сейчас холодный период, а для сотрудников котельных самый жаркий. В этой котельной кипит работа. Обеспечить теплом нужно районы Сластиха и Харенко. Запустить 4 правых котла. И сделать это нужно как можно быстрее, ведь без тепла сидят дети в детских садах и школах микрорайонов. У нас, в принципе, не бывает сложностей. Мы приблизительно, каждый год, как только выходит постановление главы города о начале отопительного сезона, то есть в этот же день или на следующий день мы запускаемся. Котельной не хватает нагрузки, поэтому запускать объекты соцсферы и жилые дома по отдельности нельзя. Люди в районе Харенки и Сластихи больше всех рады раннему началу отопительного сезона. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.